начинаем торжественную церемонию пуска в промышленную эксплуатацию участка 3А Ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Просим дать команду на запуск инфраструктуры в эксплуатации. Приступайте. Объекты инфраструктуры на участке 3А Уренгойского месторождения запущены. Масштабный проект важен как для развития Уренгойского центра газодобычи, так и для всей отрасли. Старт работе дали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков. Работа с глубокими залежами нам, конечно же, позволяет получать дополнительные объемы углеводородов, это и природный газ для поставки потребителям в России. И это, конечно же, жидкие углеводороды, которые являются ценным сырьем для нефтехимии и нефтепереработки. И дополнительные объемы газового конденсата, которые мы с вами будем получать на участке 3А Уренгойского месторождения, это будет дополнительные отгрузки для Омского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в России. Добиться нам этого, конечно, помогло широкое применение целого ряда современных технологических решений. Это, конечно, и высокотехнологичное бурение, которое позволило нам строить горизонтальные скважины с большой протяженностью ствола. Это и многостадийные гидроразрывы, которые позволяли повысить подвижность углеводородов в пласте. Это, конечно, и применение наших цифровых решений и цифровых инструментов. Инфраструктурный комплекс «Газпромнефти» впечатляет своими масштабами и технологичностью. Это десятки производственных и вспомогательных объектов для приема, подготовки и отгрузки углеводородов. Основными производственными объектами, которые мы запустили, является установка предварительной подготовки газа производительностью более 5 миллиардов кубических метров в год и установка стабилизации конденсата мощностью 1,5 миллиона тонн стабильного конденсата. В рамках проекта мы построили уникальный инфраструктурный комплекс, который включает в себя более 100 производственных объектов для добычи, подготовки и транспортировки углеводородов. С запуском этой масштабной инфраструктуры «Газпромнефть» начала поставлять с участка 3А не только газ, но также стабильный газовый конденсат и широкие фракции легких углеводородов. В центре внимания две гигантских колонны. Можно сказать, сердце УСК – установки стабилизации конденсата. Сюда попадает нестабильный газовый конденсат, а пройдя через эти колонны, мы получаем стабильный газовый конденсат и ШФЛУ – широкую фракцию легких углеводородов. Это ценное сырье для получения бензина, авиакеросина и других видов топлива. При обустройстве использовали блочно-модульное оборудование российского производства. Его доставляли на промысел в максимальной готовности и собирали на месте как конструктор. Это позволило сократить не только сроки строительства, но и площадь застройки и обеспечило максимальную экологичность проекта для природы и человека. Таким образом, благодаря комплексному подходу мы повышаем экологичность производственной деятельности и минимизируем воздействие на экосистему региона. Для разработки арктических недр важны все детали – от технологий и организации работы до экипировки сотрудников, которые трудятся в экстремальных условиях. Сотрудники компании работают в специальной одежде. И она не только удобная, красивая, многофункциональная, есть на разные сезоны, лето и зиму, но еще обратите внимание, какого она ярко-оранжевого цвета. И это не просто так, а все для того, чтобы не затеряться в бескрайних просторах белоснежной арктической тундры. Участок 3А Уренгойского месторождения, который теперь разрабатывает «Газпромнефть Заполярье», долго ждал своего часа. Эти запасы сформировались примерно 145 миллионов лет назад. Они залегают на глубине около 4 километров. Еще 10 лет назад эффективных технологий для его рентабельной разработки не было. Сегодня подход к неприступным недрам найден. На участке 3А Уренгойского месторождения мы разрабатываем ачимовские пласты. Пласты наиболее древние и находятся на большой глубине. То есть это является основной сложностью. На большой глубине находится высокая температура. И основной вызов для нас – это аномально высокое пластовое давление. То есть при нормальных условиях, при погружении на 1 метр, давление возрастает на 1 атмосферу. На Ачимовском горизонте на 3500 метрах мы можем встретить до 600 атмосфер. Это в 300 раз больше, чем давление в колесе автомобиля.
Ключевую роль в освоении ачимовских залежей сыграли цифровые технологии. Специалисты компании «Газпромнефть» создали трехмерную геологическую модель участка. С ее помощью было рассчитано более 100 сценариев добычи. Выбрали один оптимальный. Бурение сложных скважин контролировали дистанционно из Тюмени. Ключом к уренгойской ачимовской толще стали сложные скважины с рекордными для отрасли горизонтальными стволами. Бурение таких конструкций – это, несомненно, ювелирная работа. И она была бы невозможна без применения цифровых помощников. Отсюда, из Центра управления строительством скважин, круглосуточно сопровождается бурение на уренгойском месторождении, которое находится в Арктике за 1500 километров от Тюмени. Наши специалисты постоянно контролируют десятки параметров, такие как давление пласта, температура, глубина, тип породы. И благодаря этому нам удается строить сверхсложные скважины. Разработка перспективного участка – новый этап в освоении арктических недр. Проект «Газпромнефти» значим и для региона, и для российского ТЭК. Новый опыт поможет при добыче ачимовских углеводородов на других сложных месторождениях по всей Западной Сибири. Евгения Булатова, Александр Паханов, Денис Ионин, Ямал-1, Уренгойское месторождение.